147 тысяч тракторов в распоряжении аграриев. Из них почти 90% эксплуатируют свыше 10 лет. Это цифры Минсельхоза. Чтобы покрыть спрос на внутреннем рынке, промышленные предприятия Кустаная перешли на усиленное производство техники. Наши корреспонденты узнали, как собирают тракторы. Больше 500 тракторов в этом году планируют выпустить «Агромаш Холдинг КИЗ» и Костанайский тракторный завод. Объемы продаж за первый квартал уже превысили показатели аналогичного периода прошлого года в 5 раз. Заводы переведены на усиленный режим работы, чтобы полностью покрыть спрос аграриев. Напрямую на поля к фермерам поступают новые тракторы марок «Кировец» и «Лавол». Большая часть комплектующих уже получена. Часть коллектива переведена в двухсменный режим работы. Ежедневно осуществляются отгрузки в регионы Казахстана. Наше предприятие держит руку на пульсе, и наши фермы получат технику в установленные агротехнические сроки. В скором времени многие компоненты для тракторов будут казахстанскими. Для этого на базе «Агромаш Холдинг КИЗ» к запуску готовят локализационный центр, где будут выпускать пластиковые детали, кабины, электрические жгуты и не только. Крупнейший инжиниринговый центр Российской Федерации, выбранный в результате многоэтапного отбора, работает над проектированием и инжинирингом проекта. Выпуск будет осуществлен совместно с ведущими производителями компонентов, такими компаниями, как Сибэко, Риад, и, что немаловажно, с привлечением малого и среднего бизнеса внутри страны. В производстве задействовано больше 2000 человек, а открытие локализационного центра увеличит число рабочих мест вдвое. Также это укрепит лидерские позиции Костаная в производстве сельхозтехники. Камила Тастамбекова, Булат Абдуллин, Хабар 24.